слушай, ну а Киркоров хотя бы там будет? Ваня, я тебе 1000 раз объяснял, никаких эстрадных звезд. Простые, интеллигентные люди, мои друзья. Из артистов будем только я и все. Ага, весело. Главное, что не будет как в прошлом году. Понимаешь, вот это вот кругом артисты, вот эти звезды. Мы между ними носимся, как Ваньки. Как Ваньки и как Кольки, между прочим. Слушай, а где все эти певцы и певицы будут встречать Новый год? Да какая нам разница? Господи, хоть в лесу. Если с высоты летящий снег увидел ты, и на ладошке он исчез. Если каждый год твоя душа чего-то ждет, каких-то сказочных чудес. Значит, ты из тех, кто верит в чудеса и сны. Значит, ты такой же, как и мы. Прощай, 2006-й, во многом был ты непростой. Но пусть растают неудачи, словно снег. Привет, 2007-й, ходи смелее к нам домой. И приноси нам только радость и успех. Ваня, сделай хоть. И под утро. Подарки под елкой, гости под столом. Хозяева, как водится в реанимации, ура, Новый год! Где это мы? Куда ты меня привез? Я? Иван, нашел время спорить. Сейчас подойдем к дому, спросим дорогу и поедем дальше. Ваня, нашел время. Взрослый человек. Ты лучше молчи. С хозяином буду разговаривать я. Подождите! Тише! Ночь на дворе. Люди, может быть, спят. Кого я вижу, вот это висит. Все ждали только вас. Как мой знакомый говорит, пришел вам ваш звездный час. Я и без вас от счастья сиял, но с вашим приходом я ровно в 2 раза счастливее стал. Входите смелей, друзья. Здесь будут все. Здесь будет все. Мы оливье смешаем с виски. Встретим год свиньи по-свински. Дом не отпустит тебя все равно. Парень, ты круто влип. В сравнении с этим мою кину малобюджетный клип. Да, речь моя для вас сложна, возможно. О, это, как говорится, вариант еще не самый сложный. Все, больше я не проронил ни слова. Приветствуйте великого немого. Того, кто в нашем доме будет кислым. Знаете, мы дружно посчитаем коммунистом. А тот, кто будет радостный и пьяный, к тому приедет в гости Челентано. Геннадзвали. Что нужно, довольно хлопка. Перевернем все вверх дном. Прочь
общем, и так наверняка. О, боже, ну, я не знаю, это какой-то дурдом. И в эту ночь, одну лишь ночь, здесь будет главный дом России. Вы бы хоть меня спросили. Предупреждаем по-доброму вас. В жизни вот так везет. Может, один всего лишь раз. Именно здесь и лишь сейчас. И только на Новый год! Вот тебе и встретил, Тихо, Новый год. Кстати, насчет Тихо. Ничего не заметили? Ну, стало тихо. У вас было когда-нибудь такое, а? По-трезвому? Никогда. Что-то потеряли молодые люди. Мама! Обознались, молодой человек. Смотритель я здешний. Очень приятно. Мы с удовольствием с вами поболтали бы, но нам пора. Ну, бегите. Коли выход найдете. Да не смешите меня, я прекрасно помню, куда ведет эта дверь. За ней двор, за ним, так сказать. Дайте беломор. Беломор не завезли. А что есть? Возьмите сигареты, друг. Выручайте. У меня заедает правый поворот. Поглядим. Да, а при переключении скоростей такой звук, такой тук-тук-тук-тук-тук. Послушай. Да, а позавчера от машины весь день пахло бензином. Понюхаем. Мне кажется, там... Капот-то откройте. Спасибо, товарищ. Так и надо, не заслужил. Так и надо, не оценил. Висит в киоске журнал. Выписывайте. 80, даже 50. У меня изменились личные обстоятельства. Это же просто грабеж. Я не настаиваю. Вещь уйдет в секунду. Элегантная вещь. 4 канала, стереофония. Выписывайте.
Так, Иван, есть идеи по поводу выхода? Есть, я нашел как минимум 5 выходов, которые не ведут наружу. Давайте. Смотрите. Так. Путь номер 1 – это очень больно. Путь номер 2 – это очень обидно. Номер 3 – это унизительно. Там люди, потому что смотрят. Четвертый путь – это… Сейчас. Вот здесь. Это я вообще не рекомендую, даже не спрашивайте. И 5-й путь – это очень приятно. Но потом стыдно. Все? Да. Спасибо. Мы пойдем моим путем. Сюда. Счастье вдруг в тишине постучало в двери. Неужели ты ко мне верил и не верил? Падал снег, плыл рассвет, осень моросила столько лет, столько лет. Где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мёд я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. И пришло, и сбилось. И не жди ответа. Без тебя как жилось? Не на свете этом. Тот, кто ждет, все снесет. Как бы жизнь не била, лишь бы все, это все не напрасно было. Танцуют все! Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил сухой ради этой встречи с тобой. Нес я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Говорят, посол-то не настоящий. Нажимать на кнопки, в лифт вообще заходить не надо. Ну вы нажимали, Николай Владимирович. Конечно, вы... я, ты же не умеешь. Люди, у басков прибавление семейства. Я еще не выясняла, мальчик или девочка. Сдавайтесь по 50 копеек и расписывайтесь. У Баскова прошлой весной было прибавление семейства. А вы не сдавали. Не сдавал. Ладно, держите это за двоих. Спасибо, расписывайтесь. Еще не расходимся. Да какой тут расходимся? Куда расходимся? Теперь ваша очередь. У Зверева долги. Сдаем по 1000 долларов. Сколько? По 1000. Послушайте, вы где работаете? В бухгалтерии. Ну вот и идите в свою бухгалтерию. А? Нажмите кнопку, Иван. Лето, и приходит осень, не забыть нам никогда. Московский
мной, будь со мной, всегда ты рядом. Будь со мной, будь со мной, будь со мной, всегда ты рядом. Будь со мной, будь со мной, будь со мной, всегда ты рядом. Будь со мной, будь со мной, будь со мной, всегда ты рядом. Это не выход. Явно. Я звоню в милицию. Дай сюда свой телефон. Сейчас. Номер какой у милиции? Плюс 7. Плюс 7. 926. 926. О, камера. 415. 415. 91, 23. 91, 23. Милиция? Здравствуйте. Морозный узор от тепла твоих рук. Там за стеклом заровняла метель все вокруг. Дом мой по самые окна укутала мехом и подарила собою свидание под снегом. Под снегом. Заносит и ждет, куда нас с тобой занесет. Снег заносит пути, по которым могла ты сегодня уйти от меня, оставляя вдвоем нас увидеть рождение дня. Нашу тайну и наши сомнения надежно храня. Под снегом. Занесет снежный валет, отражается в карих глазах. Ветер ночной заблудился в твоих волосах. Мир открывает свои потайные сезамы. Проще гораздо все выглядит ночью, когда мы под снегом. Занесет, а снег заносит и ждет, куда нас с тобой занесет. Не успели мы получить сигнал, что тут против воли удерживает двух граждан. Ага. Это пока. Фоменко и Урганта. 3 минуты, и мы тут. Это говорит о чем? Повезло.
профессионализм. Ой, как сказал товарищ капитан, как сказал. Ладно, прикрой меня. Слушаюсь, товарищ капитан. Сержант. Да? Оружием прикрой. Есть, товарищ капитан. Извините, хотелось как лучше. Так, подержите, это не то. Так, это тоже не то. Это куда же эта штука-то подевалась-то? А, вот она, вот она, вот. Сержант. Да? Отчаянный вы, товарищ капитан. Откройте, милиция! Откройте! Да! Ноги, сами откройте. Отставить. Есть, отставить, товарищ капитан. Джонни, ты купил мою душу за гроши, за просто так. Полюбила тебя за твои наглые глаза, за глазами пустота. Дьявол с ангельским лицом, смесь героя с подлецом, страсть больше ни черта. Джонни, Джонни, ненавижу, не прощу. Джонни, Джонни, как я без тебя грущу. Джонни, ты сковал мою волю и украл мои мечты. Кто из нас двоих мужик, почему ты мне скажи? Я дарю тебе цветы. Я от ревности не сплю, я кричу, тебя люблю. Я Джонни, а не ты. Джонни, Джонни, ненавижу, не прощу. Джонни, Джонни, но к другой не отпущу. Прошла бы этот путь как-нибудь иначе. Рыцари моей мечты, все такие же, как ты, все. Вот ведь что смешно. Джонни, Джонни, ненавижу, не прощу. Джонни, Джонни, я всю жизнь тебя ищу. А теперь еще раз. Сейчас я полупачу кому-то. Сейчас я кому-то полупачу здесь. Я как возьму шарик новогодний, как дам промеж новогодних глаз. Ух ты, солдатики, родненькие, все-таки вернулись, а? Удалили французов окаянных. Прости, отец. Дед, прадед, помоложе дома есть кто? Позови, пожалуйста. Этот... А это я здесь прячусь. Здравствуйте, дяденьки. Но-но. Ух ты! Какой пестик! Дайте мне, пожалуйста, пострелять. Маленький. Еще, чтобы за орудие хвататься. А я, между прочим, не такой уж и маленький. У меня тоже есть пистолет. Вот он какой. Он тоже стреляет вот так вот. Так, а средние дома есть? Я не понял вопроса. Средние дома есть? А, нету, нету, дома только я, дедушка. И еще полный дом всяких там разных звезд. В жизни давно я понял, кроется гибель где. В пиве никто не тонет, тонут всегда в воде. Реки, моря, проливы, сколько от них вреда. Губит людей не пиво, губит людей вода. Простите, нельзя ли помедленнее? Я записываю. Губит людей вода.
На его месте должен был быть я. Напьешься — будешь. А долги дай нельзя. Скажем, в работе нашей друг незабвенный мой. Пиво всего однажды взял и развел водой. И, улыбнувшись криво, крикнул он в день суда: губит людей не пиво, губит людей вода. Эй, губит людей не пиво, губит людей вода. Борис Львович, они разложили на столе какие-то бухгалтерские документы. Это ревизия. Лейка им нашего фирменного. Если душевно рай, если с тобой беда, ты ведь пойдешь не в баню, ты ведь придешь сюда. Здесь ты вздохнешь счастливо, крякнешь и скажешь «да». Губит людей не пиво, губит людей вода. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Точно. Вода, да! Тихо, тихо, тихо. Ну что? Открывай! Смотрите, это как... как в детстве, морской бой. Сейчас, 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 сейчас. Вот это корма. Ну-ка, дай посмотрю. Сейчас, сейчас, сейчас. Дай посмотрю. Как наши предки покорные нужде, подняв руки к небесам, молили о дожде. На абордаж? Лей дождь мечты, аллилуйя, лей дождь мечты, сильней, лей дождь мечты, аллилуйя, лей дождь мечты, сильней. Дайте монетку, Николай Владимирович, а? Ланя, у меня мелочи сроду не водилось. На 100 рублей, иди разменяй. Ага. Раскаты грома разносятся в ночи. Давайте их торпеды, а, Николай Владимирович. Рано. Торпеду им. Рано. Давайте им торпеду туда. Туда. Рано. Поздно. Чисто. Заходим. О, даже в лифте чисто. Нет,
Какой-то странный дом. Сержант, а? Откуда фингалы? Где? Под глазами. Так это ж тени. Да? А что, идет? Спасибо. Заходим. Товарищ капитан, чего стоим-то? Жмите кнопку. А, какую? А какую кнопку жмут сыщики в трудной ситуации? Какую? 02. Как сказал? Беркут. Ссорятся люди, мирятся люди. Кто-то полюбит, кто-то забудет. Так уж бывает, так уж выходит. Кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то теряет, а кто-то находит. Носит конвертик по свету почта. Все потому что адрес не точный. Так уж бывает, так уж выходит. Кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то теряет, а кто-то находит. В городе нашем, ох, многолюдно, с тем, кто приснится, встретиться трудно. Так уж бывает, так уж выходит. Кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то теряет, а кто-то находит. Улица гнется, вроде подкопа. Может, до счастья две остановки. Так уж бывает, так уж выходит. Кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то теряет, а кто-то находит. Песенку эту вы повторяйте, если найдете, не потеряйте. Так уж бывает, так уж выходит. Кто-то теряет, кто-то теряет, кто-то теряет, а кто-то находит. В какую дверь теперь? А, в левую. А почему не в правую? Правая. А чем левая хуже? В левую. Правая ближе. Ненавижу! Дед Мороз! Липтон, что ли? Дедушка Мороз! Дедушка! Уважаю. А мы споем еще раз про елочку! Конечно, мой маленький! В левую. В левую, конечно. Встреч, о, сколько было встреч. Сотни рук касались этих плеч. Сотни глаз под музыку зажглись. Сотни губ тянулись и клялись. Все. Веры не хочу. В ночь я ангелом лечу. Ни в кого уже не влюблена. Я одна. Вы слышите, одна. Значит так. В 7 часов у вас прием в посольстве. Не хочу. В 8 часов презентация. Не хочу. А встреча с папой римским? Да побойтесь Бога. Но Людмила Марковна. Я Людмила Марковна уже 37 лет. Спасибо, жаль. Я просто хотел сказать, что там толпа фанатов. Лучше я вас через черный ход проведу. Да не фанатов, а поклонников. А через черный идите сами. Ушел. Через черный. Не могу.
сумасшедший дом. Сумасшедший дом. Откуда берутся все эти люди? Когда же это кончится? Когда же... у тебя с рукой? Поскользнулся, упал, потерял сознание, закрытый перелом, очнулся, гипс. Не умеешь ты врать. У тебя там не закрытый, а открытый перелом. Лёлик, жду. Клиент будет в порядке. Песню про Зайцева, знаете? Сам шеф здесь. Жду. Про Зайцева. Песня про Зайцева. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву в зайцы в полночь косили и при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно. Пусть. Товарищ, у вас когда самолет? Да, мне пора. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим дрынь траву. Сеня, ты уже дошел до кондиции? До какой? До нужной. Нет. Тогда еще по рюмочке давай. Больше не буду. Сеня, ты меня уважаешь? Уважаю, но пить не буду. А под дичь? Под дичь буду. Сеня, дичь! Сеня, дичь! А дубы колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву. Добрый вечер, Борис Савельевич. Я заказал Феде дичь. Поляне. И от страха все быстрее песенку поют. А нам все равно, а нам все равно. Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную косим трынь траву. А нам все равно. Это дичь? Это дичь? Дичь. А под дичь водку не пьют. А что пьют? Понял? Понял. Феня, еще по 150 шампанского и все. Давай, за тебя. По-моему, вам пора освежиться. Феня, пойдем. А дичь? Дичь жареная никуда не улетит. Пойдем, пойдем. Семен Семенович. Хлопчики, милочки, я же вам не рассказал, как я сидел с Буденным, наверное, на диете. Зимой дело было. Смотрю, Буденный горцует на коне. Я приглядываюсь. Мать честная, лошадь.
под ним. Ушли. Трусы. Сумасшедший старик. Кажется, отвязались. Иван, ничего личного? Николай Владимирович, ничего личного, находится выше. Дядя Федор. Кто там? Это я, почтальон Печкин. Принес посылку от ваших товарищей. И письмо тут. Мы живем хорошо, просто замечательно. А здоровье мое не очень. То лапы ломит, то хвост отваливается. А на днях я линять начал. Старая шерсть у меня сыплется, зато новая растет чистая, шелковистая. Так что лохматость у меня повысилась. Ты говоришь мне о любви, а разговор напрасно начат. Слова я слушаю твои, но ничего они не значат. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождь. Дядя Печкин, а хотите я вас на память из фоторужья щелкну? А? Нет! А не что? Надо меня из ружья щелкать! Я, может быть, жить начинаю, пить бросил. Когда-нибудь, но не теперь, придет любовь, чтоб стать судьбою. Придет, как ливень, как метель, все заслонив вокруг собою. Может, ты на свете лучше всех, только это сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Здравствуйте! Ну-ка угадайте, кто я? Адмирал Иван Федорович Крузенштерн. Человек и пароход. Ну вы совсем уже. Кто там? И может быть, вдруг я сама тебе в глаза взгляну. Папа, дядя Печкин, там наши жены в телевизоре показывают. Где? Что ничего сейчас не значит. Смотрите, там вашей Жене какой-то дядя с большими усами цветы подарил. Я бы этому дяде с большими ушами уж-то пооткрутил. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не дождь. Смотрите, до чего техника дошла. Вашу Жанну и там, еще и тут передают. Да это не техника дошла. Это я сама сюда дошла. На лыжах. Он не понимает. Не понимает. Ой, что-то мне не нравится эта затея. Так, помолчи. Ты хочешь выбраться из этого дома? Очень. Вот тогда тебе надо будет пройти сквозь стену. Три условия. Ага. Первое. Так. Видишь цель. Так. Вторая. Ага. Верить в себя. Третье. Не замечать препятствий. Я понял, понял. Так, подожди. Подожди, куда ты? Да не спеши, ну, Господи, подожди. Так. Тише едешь, дальше будешь. Ясно? Я показываю. Так. Я вижу цель. Так. Верю в себя. Ага. Да? Да. И не замечаю препятствий. Ну, все, понял. Ну, в общих чертах. Еще раз показываю. Не надо, я сейчас сам. Либо убьется, либо покалечится. Слушай, а может, просто колдануть и все? Да нет, я давно этого не делаю, колдануть. Да не скромничай, я так люблю, когда ты колдунишь. Ну, я же говорил, ну, давно не колдовал. А мне нравится все равно. Может быть, и в самом деле прыгать.
бегать на морозе лютом. А возле новогодней ели очень нравится кому-то. Я же человек свободный и в язычество не верю. И хочу быть где угодно, но не здесь, по крайней мере. По отвесной вскарабкаться в скале и сквозь бурю дойти до края мира. Вот что сердцу пилигрима мило, то и стало быть и мне. И в лазурную бухту войдет корабль мой, и сбегу мулатки знакомиться со мной. Все в слезах и в бикини, мол, очень заждались. Счастлив буду я с ними, как нигде в жизни. И все это, несомненно, для меня вполне реально. Ибо человек я смелый и психически нормальный. И преодолев усталость, очень изможденный внешне, я вернусь друзьям на радость, а врагам на зло, конечно. Чем бороздить просторы, в этом мало интереса. И, конечно, я не спорю, что здесь тоже очень весело, да, и вообще я тут так прикинул. Разобрал тут все детально, что ходить всю жизнь в бикини — это просто аморально. Нету смысла забираться по скале и сквозь бурю идти до края мира. Ну а сердцу пилигрима мило все на праздничном столе. И в лазурную бухту войдет корабль мой, и сбегутся мулатки знакомиться со мной. Все в слезах и в бикини, мол, очень заждались. Счастлив буду я с ними, как нигде в жизни. И все это, несомненно, для меня вполне реально. Я ведь человек голодный и психически нормальный. И все это, несомненно, для меня вполне реально. Я ведь человек голодный и психически нормальный. Вань, я что, один буду выход искать? Ну что ты там делаешь? Толик! Толик, ты что получил сегодня по географии? Почему тебе рваные джинсы? Ты что, опять дрался? Вы что, спятили? Какой я вам Толик? Гуськов, я тебя последний раз спрашиваю. Почему ты пришел вчера домой после 11 вечера? Только не говори мне, что у тебя было собрание. У нас же двое детей. Ты завел женщину. Как тебе не стыдно? Она помешалась. Когда ты сядешь за уроки, начинай в конце концов заниматься. Не нервничай, дорогая, пожалуйста. Толик, иди учи географию. Не огорчай маму. Я, чтоб мир мой озарила улыбка вновь твоя. Ты мне спой о том, как в небе снег кружится. И пускай голос твой, подобно белокрылой птице, легко летит над снежною моей страной. Вернет мне мою радость голос твой. Но если так случится вдруг, по воле злых январских вьюг,
что ты меня покинешь, мой прекрасный друг. И где-то там, Бог знает где, ты вдруг окажешься в беде. Как я смогу на помощь прийти тогда к тебе? Здесь в праздники людям настроение портят. Что вы тут делаете? Что мы тут делаем, подумайте? А мы здесь живем, вот что мы делаем. Отставь, серьезно, как это мило. Не увиливайте от вопроса, что происходит. Может быть, глаза разуете, что происходит? Вот у нас салат тут происходит. Вот майонез происходит. Посмотрите, что у нас происходит, а? У нас вон грамм 400 уже происходит. А то и все пол-литра. Ну, солнышко, ну, не в одном глазу, а? Тем более в левом. Права была моя мать, когда говорила мне: дочка, в кого у тебя такие кривые, дочка, не выходи ты за него замуж или не женись. Потому что папа мой на самом деле хотел мальчика, а потом собаку. Заходи, сыночка. Да у вас что, малина, что ли? Ягода малина! Отставите же. Есть, Сашка капитан. Мама, папа, я дедушку уже отвез в Саратов. Он упирался, но я его дотащил. Молодец, сынок. Можешь иди погулять, на саночках покататься. Папку не позорь. Ура, ребята, меня папа еще на полчасика отпустил. Оп! Молодец, лечь в отца. Девушка, а девушка, а который час? 6:15. Девушка, а как вас зовут? Катя. А меня Миша. А меня Марат. Георгий. Ну и дуры. Стальной холодный взгляд и строг его наряд. Пиджак из заграничного гримплена. Отличное пальто, роскошное авто. Вот признаки любого джентльмена. В костюме от кутюр, он в центре авантюр. И равных ему в этом деле нету. Иван с его пути, желательно уйти. Прошу всех остальных запомнить это. Желательно уйти. Прошу всех остальных запомнить это. А в тюрьме сейчас ужин. Макароны. Карандаш. Пенсия. Yes. Стул. Тейбл. Yes. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. А то снег в башка попадет. Совсем мертвый будешь. Девушка. Чувиха. Да нет, по-английски. Ну, girl. Oh, yes, girl. Yes, yes, ВГС. Кушать поданное.
Садитесь жрать, пожалуйста. Поскольку джентльмен от всех отличен тем, что никогда в просак не попадает. Ведь от природы он спокоен и силен, и самообладанием обладает. Судьба играет с ним, и сразу поясним тот факт, что он в игре обычно первый. Любую из преград в мгновение сокрушат холодный разум и стальные нервы. Мгновение сокрушат холодный разум и стальные нервы. Вот деревья, вот бульвар, вон дом серый. Ну, человек, ты что, глухой, что ли? Тебе же сказали, там дерево вот такое. Ёлка, что ли? Сам ты ёлка, тебе же говорят, во! И злой ты человек косой. Злой, как собак. Да говори ты толком. И так уже 8 рублей проездили. А пруд там был? Не было. Лужи были. Может, памятник? Памятник был. Чей памятник? Ну, я помню, мужик какой-то. С бородой? Не. С бакенбардами? Ну, я помню. О, пиджаке. Сидячий? Чего? Ну, сидит. Кто? Ну, мужик твой. Деревня! Ну, ты даешь! Кто же его посадит? Он же памятник! Карту купи! Лимита! По всем своим долгам всегда он платит сам и никогда нигде не просит сдачи. Душа как чистый лист, он гений, он артист. Он царь и бог, он джентльмен удачи! Руки едины взмах, и враг повержен в прах, и дух его почти что осязаем. Но, честно говоря, все эти речи зря, ведь сами мы таких людей не знаем. Все эти речи зря, ведь сами мы таких людей играем. Что такое? Почему стоим, кто приказал? Ой, я всю жизнь мечтала застрять в лифте с красивым мужчиной. Какие ваши годы, сержант? Обязательно застрянете. А сейчас не время мечтать, надо что-то делать. Вот и я говорю, надо что-то делать. Делайте же что-нибудь, мой капитан. Ну что я могу сделать? Я же не электрик. Но ведь я не робот. В каком смысле? Ну, в смысле, не железная я. Ну поцелуйте меня, мой капитан. А что, поможет? Еще как. Поможет. Смотри-ка ты, получилось. Да, не получилось. Ух ты. Да тут ласки нужны, товарищ капитан. Я горю с тобою рядом, лишь касаясь рукава. Ты кого-то ищешь взглядом, я же вновь ищу слова. Мы стоим, как на картине, мы молчим, но не о том. У тебя двойной мартини, у меня любовь со льдом. Я горю с тобою рядом, лишь касаясь рукава. Ты кого-то ищешь взглядом, я же вновь ищу слова. Мы стоим, как на картине, мы молчим, но не о том. У тебя двойной мартини, у меня любовь со льдом. Ладья алый пожар, чуть ресницы дрожат. Шаг на свет из хмельной темноты. Из тысяч мужчин стоит лишь один. Почему это именно ты? Я горю с тобою рядом, лишь касаясь рукава. Ты кого-то ищешь взглядом, я же вновь ищу слова. Мы стоим, как на картине, мы молчим, но не о том. У тебя двойной мартини, у меня любовь со льдом. Я мечтала одна плыть с тобой по волнам, а теперь я затерта во льдах. Этот лед не разбить, я должна все забыть, но другие слова. Я горю с тобою рядом, лишь касаясь.
ищу слова. Мы стоим, как на картине. Мы молчим, но не о том. У тебя двойной мартини, у меня любовь со льдом. Опасность? Это моя вторая профессия. Товарищ капитан, у меня для вас срочное донесение. Извините. Разрешите пригласить вас сегодня на ужин? Я даже не знаю. Такое неожиданное предложение. Не понял? Я согласна. Слышу шепот позади нас. Мне завидуют сейчас. Но со мной только один нас. Пара бесподобных глаз. Мы стоим, как на картине. Мы молчим, но не о том. У тебя двойной мартини. Ваши глаза как два сапфира, особенно правый. Ваша улыбка вызывает во мне дрожь. Я не понимаю, что вы делаете в этой глуши. Вы заслуживаете большего. Давайте уедем, где мы вместе, в неведомые страны. В Казахстан? Кто там? Один раз живем, хоть и в Казахстан. Извините. Я, в принципе, я согласна. Ну вот и хорошо. Какое счастье. Дайте мне ключ. Ключ от нашей свободы. Я жду вас через час в спальне своей. Вот ключ от ей. Какая спальня? Где ключ от ворот? Пылает у меня в душе.
капитан. Я поражаюсь вашей стойкости. Такая пугающая обстановка. Ночь, а вокруг никого, кроме меня. Вам не страшно? А? Знаете, как говорят сыщики в такой ситуации? Ты что, обалдела, что ли? Извините, я не хотела вас пугать. Товарищ капитан. Меня пугать? Да это у нас знак такой. Оружие к бою. Там кто-то есть. Живой! Танцуешь? Танцую. А я пою. Подожди, сейчас. Ты куда? Да я быстро. Эй, стой, поиграй со мной. Шах, мат, сам ты виноват. Девушка, вы танцуете? Вы ко мне? Конечно. А вы удивлены? А он симпатичный. Нисколько. Потанцуем? Потанцуем. Вам больно? Да что вы напротив. Даже приятно. А вам? И мне. Знаете, как звенит. Давайте я лучше это сдам. О, нет, не надо. Лучше я сама. Я быстро. Королева в сторону сражения. В вашем взгляде сила притяжения, а улыбка ваша драгоценна и для пешки, и для офицера. В жизни словно в шахматах, поверьте, беззащитные короли, как дети. И без вас одни на белом свете, как на белой клятке мы. Мат, шах, только звон в ушах. Шах, мат, сам я виноват. Я, наверное, вам понравилась. Наверное. Правда? А вы меня не боитесь? Кого? Меня. Не боюсь. Почему? Не скажу. А я знаю почему. Почему? Потому что я не эффектная. Напротив, вы даже очень привлекательная. Звон в ушах. Эй, стой, поиграй со мной. Я, ты, люди шахматы. Внимание, танцевальный вечер окончен. Как окончен? Почему окончен? Так нельзя. Уже поздно. Да что вы поздно, ничего не поздно. Надо заранее объявлять. До завтра. Музыку. Музыку. Музыку! Солнышко, ты салатик делаешь? Делаешь. Мой любимый? Твой любимый. Вот с огурцами, с майонезом. Ну так неси уже на стол, что ли? Я сейчас покомандую кому-то. Иди и сам неси. У меня кино начинается. Знаешь, меня иногда такой ужас охватывает. Я могла тогда у Тони остаться ночевать. Или вообще другую бы электричку села. Я тоже сейчас об этом думал. Постой, пожалуйста. О, что же мы с тобой лежим? Сейчас дочка придет. А что так рано-то? Ой, белье в шкаф. Шкаф. Подушки тоже. Ой. Там это, там посуда. В нижний шкаф. Господи, боже ты мой. Да какой же идиот это придумал.
что это вы в темноте-то сидите? Мы? Телевизор смотрим. Для тебя все, о чем мечтаешь, и мечтать даже не мог. Все, что ты хочешь, сделаю для тебя. Только от меня ты не хочешь ничего. Что ты совсем чужой, что ты не совсем чужой. Нежность не придумать, то, что было, не забыть. Лучше скажу, что все это мне назло. Злишься на меня, но не перестал любить. Давайте за мягкую посадку. Ромыч, за посадку нельзя. За посадку можно только на земле. Примета такая. Тогда за взлет. Ну че, парни, конец вахте. Домой! Я по вам. Ребята, сильно скучать буду. Только не заплачь. Да ну вас, черти. Меня вон, мои дома, наверное, ждут. Елку нарядили. Мои тоже. Не грусти. Давай-ка. Эх ты моя хорошая. Бей-бей. Проруха судьба разбудит зло, рябиновый слог постучит в двери пороски, снег по лесам, вверх да по полям. Неволен зажечь свет, кто-то не в силах сказать нет.
радугой стелется судьба змея, пожирая хвостом в глазах, лёда в груди, страха в душе, тоска. Больно и больно, да иначе нельзя, но только бей, бей, проруха судьба разбуди. Рябиновый слог постучи в двери, пороски снег по лесам, вверх да по полям. Я так хочу притаиться на твоем плече, рассказать слов, рассказать дух, порыться и достать лед, охладить лоб, охладить лоб. Тихо льют часики, динь-дон, да только стоп, звон, там за седою горой льется водица по траве. Век по тебе и по мне, да по нам с тобой, но только век. Судьба разбуди, слов рябиновый слог постучи в двери, пороски снег по лесам, бег да по полям. Братцы, а давайте за геологов выпьем, а? Наливай! За самую романтическую профессию на Земле. Она с вами. И за черт с ними. За семьи наши, ребята, давайте выпьем, которые ждут нас месяцами, пока мы по родине нашей, по России, колесим. Правильно. За их терпение. За их любовь. Ну и, наконец, с наступающим вас, черти! С наступающим! С Новым годом! Наконец-то! Так, это вы нас сюда вызвали? Мы? А где вы были все это время? Мы тут такого натерпелись. Что-то вы не очень похожи на потерпевших. Ну, вы знаете, я, честно говоря, и не чувствую себя потерпевшим. Мне вообще здесь с самого начала нравилось. Вы знаете, мы решили здесь остаться. Да? Сержант, оформляйте ложный вызов. Есть! Подожди, ну зачем же так сразу оформлять ложный вызов? Ну для чего это? Давайте представим себе, как будто бы вам позвонили друзья и пригласили вас с вашей девушкой вот в этот шикарный особняк весело встретить Новый год. Отстань, сержант. Есть, товарищ капитан. Ну а что, я требую продолжения банкета. А это вам? Пройдемте, товарищи. I love you, baby, ведь нет любви сильней. И все подвластное, и звезды в небе, и человек на земле. I love you, baby, и не устану я. I love you, baby, всегда любовь моя. Зимой и летом говорить об этом. Люди не зря говорят, что для любви нет преград. И неожиданно к нам часто приходит она. И я увидела вас не в Royal Music Palace, не среди пальм Санта-Фе, в самом обычном кафе. Вы не банкир, не юрист, не знаменитый артист и не роскошный Rolls-Royce вас в это место привез. Но только чудилось мне, что никого лучше нет, и захотелось, чтоб вы вдруг мне признались в любви.
Никогда не замечал. Мандарин Новым годом пахнет. Ну и у шампанского тоже вкус Нового года. Знаете, даже если мы здесь останемся, мне все равно этот Новый год нравится. Какой-то необычный он получился, да? Господа, ну что ж, далее вас здесь задерживать я смысла не вижу. Вы вспомнили, как Новый год праздновать. В чудеса поверили посему, что называется, скатертью дорога. Вы не имеете права нас отсюда выгонять. Мы здесь столько пережили, мы здесь свои, у нас вон полный бар друзей. Вы уже взрослые. Как-нибудь отпразднуйте Новый год вдвоем. Простите, а куда жать-то? Мы везде были. Нажмите на последнюю кнопку. Глядишь, свидимся. А может, все это шутка? Сейчас откроется дверь, а там опять чудеса в решете. Да нет, правы вы были, Николай Владимирович. Нет никаких чудес. И не хватит, снег! Да земля наша, родная земля, твердая! Никогда больше в лифт не зайду, вот никогда! Кого мы видим? Ну, господа, с возвращенцем. Николай Владимирович, нет, выпустите меня. Лучше в лифт, чем вот это все опять. Будет, будет вам. Я же не со зла это все. Я в душе-то добрый. Да, видели мы, как вы все по-доброму сделали. Вы знаете, я просто хотел, чтобы праздник запомнился. Хотел такой праздник сделать, которого никогда раньше не было. Ну что, вот это у вас получилось. Прошу. Итак, как говорится, с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С новым счастьем! Стой, веру свою, в детские сны не предавай. Стой, не спеши говорить, что праздник прошел, а жаль. Как прежде накрыт, полон бокал, и все, о чем ты только мечтал, произойдет сейчас. Я снова пью, друзья, за вас, чтоб в темном небе января звезда зажглась, и чтобы каждый в сиянье ее сумел бы счастье найти свое. Я пью за то, чтобы она весь год дарила удивительный сон всем, но всем. Стой, все сомнения пройдут, небесах вспыхнет салют. Сто разноцветных огней вдруг загорятся над нами. Стой, но разве не думал ты весь этот год, что если уж чудо и произойдет, то именно в этот миг. Я снова пью, друзья, за вас, чтоб до утра свет новогодний не погас, и чтобы ярче дня была эта ночь, и было завтра лучше, чем вчера. Я снова пью за то, что нам принес удачу и успех этот год. Ну вот, вроде бы самое время хлопнуть этой волшебной хлопушкой и... Стоп, Иван! Дай сюда! Подержи. Сколько у тебя было в школе по русскому языку? Я не помню, там такая цифра на букву «З» похожа. Тебе льстили? Как можно было допустить столько ошибок? А что я не так написал? 11 ошибок в словосочетании «вторая серия». Как вы сказали? «Вторая серия», говорю! Вот как надо!